Огромные камни ледникового периода служили древними языческими алтарями. Ужи считались посланниками богов, и увидеть ужа считается хорошим знаком и по сей день. В краю озер, недалеко от Малеты, в астрономической обсерватории и этнокосмологическом музее люди не перестают искать свое истинное место во Вселенной. В этом музее мирно уживаются и современная, и древняя астрономия. Глядя на эту великолепную природу, можно поверить, все вещи имеют душу. В стране 4000 озер и 30000 рек и ручьев рыбалка становится неотъемлемой частью культуры и объединяет множество людей, и они тоже имеют свой собственный музей. 5 национальных и 30 региональных парков – просто рай для рыболовов. Паланга. С ее 25-километровым пляжем и всего с 20-тысячным населением за год принимает более полумиллиона туристов, соскучившихся по солнцу. В столетнем ботаническом парке, разбитом на территории дворца Тышкевичей, находится знаменитый музей янтаря. В парке есть пещера, в которой, по легендам, молились языческие жрецы. Короткая прогулка на пароме из Клайпеды перенесет вас на Куршскую косу. Это 50 километров песчаных дюн, шириной от нескольких сотен метров до нескольких километров. Вся Куршская коса сейчас – малонаселенный и безмятежный национальный парк. Местных жителей немного. Один из немногих городков на косе – Юаткрынте, или Черный берег. Известен своей Ведьминой горой, которая когда-то была священным местом язычников. Теперь на горе стоят деревянные скульптуры, созданные по мотивам местных мифов и легенд. Черт, частый герой преданий, изображается не как смертельный враг человечества, а как смешное и беспомощное существо. На южном конце косы находится Нида, самый окраинный и самый мирный литовский город. Маленькие домики бывших рыболовов смотрят своими окнами на небольшой залив. Это идеальное место для полного погружения в природу. Знаменитый немецкий писатель Томас Ман жил здесь в своем летнем домике, где сейчас находится музей его имени. Он так писал о своем любимом уголке природы. «Здесь нет дорог, только песок, песок и небо».